28 октября 2022 года в Иркутском областном художественном музее открылась персональная выставка произведений Ольги Белозеровой «Графические истории». В экспозиции около 50 графических листов в технике акварели, а также блюда и панно из фарфора. В графических сериях «Листвянские истории», «Иркутские истории», «Китайские истории» автор выступает как внимательный и чуткий наблюдатель, умеющий подмечать детали в окружающей жизни людей, неспешности и своеобразности их бытия. Другая сторона творчества Ольги Белозеровой – фарфор. Более 20 произведений вдохновлены байкальской природой, разнообразием ее флоры и фауны. Касательно образов, которые я создаю, когда я вижу то, что я хочу нарисовать, оно как бы западает в душу и живет во мне. А потом оно начинает проситься, если я его долго не рисую, начинает проситься. И я начинаю создавать, компоновать уже работу. Вот примерно такой метод у меня работы. А потом уже более подробно начинаю вырисовывать вот это все. Ну и портреты. Я хочу сказать, что вот это как бы моя страсть к рисованию людей, она определилась в училищные годы. У нас был преподаватель Любовь Анатольевна Сапранкова, она нас отправляла на центральный рынок делать наброски. У нас было задание принести по вот такому толстому альбому набросков. И мы рисовали вот этих вот всех торговцев на рынке, когда он был еще не такой отстроенный, как сейчас. Торговля в основном была на улице, велась. И вот у меня даже была в годы училища выставка набросков людей. Поэтому как-то вот так постепенно-постепенно все сложилось и привело к этой выставке. Дорогие друзья, дорогие любители изобразительного искусства, с большой радостью и с большим удовольствием хочу сегодня презентовать вам персональную выставку замечательной иркутской художницы Ольги Белозеровой. Ольга Белозерова закончила Иркутское художественное училище в составе очень сильной группы, удивительной. Очень многие ее однокурсники состоялись в творчестве и на самом деле сейчас являются очень знаменитыми художниками. Ольга открывает свою выставку к юбилею. Для автора персональная выставка «Шаг ответственный». И Ольгины работы в залах художественного музея мы видим в первый раз, что для нас приятно. Мы таким образом и открываем Ольгу для себя как художника очень тонкого, тонко чувствующего. И вот ее очень небольшие камерные работы, графические, с акварелью, на самом деле очень живописные. Всегда говорят, выставка замечательного художника. И это как бы, да, вот само собой разумеется, потому что незамечательный художник в музейные стены попасть не может. Но вот сегодня мы действительно имеем дело с таким, прям скажем, неординарным явлением. Вы знаете, время идет, все меняется всюду и в искусстве в том числе. И вот вдруг неожиданно в 21 веке
увидеть на стенах, даже музейных, работы, которые выполнены в технике Дюрера, без всякого преувеличения. Техника действительно дюреровская, и акварель с темперой, карандаш кое-где. И это такая невероятная проработка мысли, которую вкладывает художник в каждую работу, что, ну, остается только удивиться, восхититься. Оля, замечательный автопортрет, тоже такой вот проникновенный. И там мы видим вот такого красивого человека, каким ты являешься. Ну, если говорить о человеческих качествах, то вот художник всегда достаточно человек скромный, а Оля человек скромный просто сверх меры. Написать, сделать такое вот количество работ и ни разу их не выставлять. Более того, Оля не продает свои работы. Наталья Сергеевна сказала уже, что эти работы обладают потрясающим качеством очень скрупулезной работы. На самом деле мало кто из художников работает в такой степени тщательности выполнения работы. Когда мы готовили работы к вступлению Ольги в Союз, я эти работы очень внимательно разглядывала на экране. И вот там маленькая работа, которая 10 на 12, увеличиваешь ее на весь экран, который там 50 на 70, да, вот так, и не теряется качество графики. Ну, дорогие все мои, кто пришел, кого я вижу в первый раз и кого, с кем я давно знакома, я вас очень благодарю. И не умею говорить так красиво, как Раиса Моисеевна, выражаю просто свою благодарность. Благодарность прежде всего хочу выразить своим родителям, работникам музея, Ане Сергеевне, Наталье Сергеевне, всем, кто пришел, всем моим друзьям. Ну, в общем-то, все. Ну что же, дорогие наши зрители, ну, а сейчас наступает тот самый счастливый момент, когда мы внимательно можем окунуться в те произведения, пообщаться с автором, проникнуться атмосферой каждой работы, задать какие-то вопросы. Я приглашаю всех к просмотру выставки. Спасибо всем большое, Олечка, поздравляю. С Олей я знаком давно, мы учились на одном курсе в училище, вот, поэтому, скажем, она, ее творчество лично мне, то есть, в принципе, знакомо, хотя здесь тоже для меня это открытие, огромное количество работ не видел. Вот, и что меня радует, что, ну, наконец-то, скажем, она вот созрела, чтобы, в принципе, поделиться своим творчеством вообще с Иркутской, это, собственно говоря, общественностью, потому что о ней мало кто вообще знал. Вот, мы, конечно, друзья там и так далее, мы общаемся, мы, в принципе, я видел, но вот наконец-то, то есть, в принципе, вот я считаю, что для художественной жизни Иркутска это событие. Вот такой автор, как Ольга Белозерова, и то, что она с собой, то есть, как творчеством несет, оно вот это вот ни на что не похоже здесь, в Иркутске. Вот этого, то есть, и качества вот этого, в принципе, на сегодняшний день очень мало. Поэтому я ее от чистого сердца поздравляю с этим успехом и, в принципе, нас всех, вот, то, что вот это событие состоялось. Спасибо. Я только что разговаривала с Олей, первый вопрос, который я ей задала, тема одиночества – это личная,
Или это наблюдательная позиция? Конечно, она отказалась говорить, что это личное. И трогательная, конечно, очень. Но экспозиция приятная. Она берет за душу. И она не современная, что мне очень нравится. Это не поиск. Это состоявшийся автор. И это меня впечатляет. Вы знаете, очень большое, огромное впечатление. Как бы гордости переполняет меня. Честно, потому что многие работы я не видела, так как мы как бы в разных городах еще находимся. Я она многие работы делала в моей комнате, многие работы делала, рисовала с натуры. Я знала о них, конечно, но так, вскользь. Сколько мы ездили на Альхон с ней, и китайские вот эти вот серия работ тоже очень интересна. Я ее не видела. Вот. И, ну, честно, я в восторге.